честь самого нежного, солнечного и весеннего праздника в Доме культуры «Рассвет» состоялся праздничный концерт. Вечер, посвященный празднику женщин, прошел при полном аншлаге и буквально на одном дыхании. В зале было по-весеннему тепло и уютно от улыбок и добрых взглядов. А выступления кумертауских артистов, от начинающих до известных за пределами нашего округа, стали ярким подарком для всех представительниц прекрасного пола, присутствующих на концерте. В зале нет свободных мест, и, конечно, это самая малость кумертауских представителей прекрасной половины человечества. Эти женщины – работники образовательной, воспитательной, социальной сфер, сотрудницы силовых структур и многие другие. В преддверии праздника пригласили всех женщин города, чтобы поздравить с их днем. Я поздравляю всех женщин с этим замечательным праздником. Бабушки, мамы, тети, сестренки. Неважно, кто это, важно, что это уже девушка и женщина. Желаю, чтобы всегда были здоровы, долгих лет жизни, процветания вам, и всегда будьте любимы. Я хочу поздравить вас с Международным женским днем, сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас терпите. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, чтобы вы всегда оставались такими же красивыми, жизнерадостными. Я поздравляю всех бабушек, мам и сестер с этим замечательным праздником. Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия. Не только мужчины поздравляли женщин с праздником, но и сами девушки говорили теплые слова своим мамам, бабушкам и сестрам. Милые мамы, мы поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем крепкого здоровья, всего самого наилучшего, счастья вам и вашим близким. Хочу поздравить всех женщин, потому что сегодня 8 марта. Желаю счастья, успехов, здоровья и радости в жизни. Поздравительные слова ведущих сменялись концертной программой. Она была не просто насыщенной, но и разнообразной. Танцы, стихотворения, игра с залом, вокально-инструментальные коллективы и многое другое. Мамы наши милые, мамочки, мамули, у кого-то молодые, у кого уже бабули, ах, как хочется обнять вас, ведь вы у нас одни. Мужчины в праздничный день желали любви и здоровья дамам, обещали не огорчать, не печалить, всегда помогать и поддерживать. Одним словом, быть настоящими мужчинами. Константин Якушев, Ярослав Кондратьев, новости.